Всем привет, дорогие мои друзья, с вами снова я, Алексей Василенко, и добро пожаловать на мой канал домашней мини-фермы «Кобыляцкая перепилочка». Тема сегодняшнего видео – «Как начать перепелиный бизнес с нуля. Моя история». Пятая серия. Поехали! Итак, с чего бы хотелось сегодня начать? Время летит неуклонно. Сегодня уже 3 августа. 2023 года. Ну ничего, стройка идет, стройка продолжается. Что я сделал на 7-м ряду пенобетона? Я взял болгарку, взял пенобетонный блок, аккуратно болгаркой выпилил вот такой треугольник, сделал каемочку, получается. И это сделал по всей ширине боковой стены. Значит, уклал я это все дело на место и сверху положил арматуру. Вот как вы видите, данная арматура лежит вот так уложена. Все. И я ее также клеем для пенобетона заклеил. Получается, проармировал стену. Но я как раз снял последнее видео, четвертую серию, прошлый раз. И у меня уже практически на следующий день начали лупиться перепелята в инкубаторе. Вот как вы видите, мой первый перепеленок в нашем перепеленном бизнесе. Ну а уже под вечер начался основной приплод. В общем, какой был выводок? Из 160 яиц 85 перепелят. Ну, на сегодняшний день осталось 77. Некоторые ушли в мир иной, поэтому пришлось мне за одну ночь сделать вот такой брудер. Как вы видите его сейчас у себя на экранах. И сюда я заложил моих суточных перепелят. Они бегали, кушали. В общем, им брудер очень нравился. В брудере сделал теплый пол и так далее. Значит, но перепелят необходимо чем-то кормить, и мне пришлось приобрести в магазине зернодробилку. Вот такую я взял. Мотор, по-моему, 2,5 киловатта, там или что. Три сеточки запасные были. Установлена была тройка. Я поставил двоечку. Нет, наоборот, четверка была установлена. Самая мелкая фракция троечка, я поставил троечку. Купил также мешок стартового комбикорма для перепелят. Перебил его на эту зернодробилку. Она, кстати, лучше, чем предыдущая у меня была. Какая была у меня предыдущая, можете посмотреть, поискать у меня на этом канале. Далее, что я сделал? Далее я забрал двери. Столяр наконец-то доделал мне эти двери деревянные. Вот они у меня лежат в гараже. Я купил сначала две краски морилки, потом еще две бутылочки. Трижды это все вскрыл. Цвет выбирал вишня, поэтому двери получились очень красивые, темно-красные. Также, как вы видите, я заказал брус, который будет идти на перекрытие потолка. Ну а также заказал профнастил и две пачки листов утеплителя Минвата. Но они еще где-то едут. В магазине сказали через неделю-две. Ну и последнее, что я сделал за это время, за эти две недели, немножко больше, я достроил коробку. Как вы видите, коробка полностью готовая. Осталось сделать только крышу.
Ну а потом начнутся внутренние работы. Теплый пол, двери, электричество, сантехника и так далее. Внутреннюю и внешнюю обделку стен я делать не стану. Оставлю так, как и есть. Вот как вы видите, на двери я сверху установил два уголка 25-х. Купил 2 метра. Установил, ну, чтобы было надежнее. Обычно делают без них. Ну, я решил сделать с уголками. Ну и также, как вы видите, вот я залез вот сюда, снимаю вам. Сверху сделал вот такие откосы, или как их еще правильно назвать. В общем, чтобы можно было положить профнастил без зазора. Сюда еще установлю какую-нибудь демпферную ленту, чтобы не попадала влага и все такое. И я думаю, крыша у меня будет тоже топовая. Ну вот, как вы видите, таким я делом занимался. Дело, конечно, идет медленно. До 1 числа, как ни странно, не успел. Но ничего, официально открываемся с 1 сентября. Сейчас перепилятом 15 суток на сегодняшний день. Поэтому, я думаю, числа 7-10 они уже в сентябре начнут нестись. Будут и яйца, и мясо, и все остальное. В следующем видео я обязательно покажу вам, как я делаю теплый пол у себя в перепелятнике. Поэтому не пропустите, видео будет очень интересное. Я думаю, оно выйдет где-то в 20-х числах этого месяца. Ну вот так кратенько решил вам рассказать, сделать видеоотчет о моем перепелятнике. Ну а на этом все, ребята. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Алексей Василенко. Всем привет!